Культурно-просветительский центр «Царский» Екатеринбурга приглашает на цикл лекций «Традиции милосердия в России», который будет проводить заведующая Центром депозитарного хранения документов научной библиотеки имени Белинского города Екатеринбурга, историк, автор и куратор крупных культурно-просветительских проектов, автор множества научных публикаций Евгения Андреевна Федотова. Цикл состоит из 5 лекций. Одна лекция раз в месяц. Первая. На тему «От диаконис древней церкви до общин милосердия середины XIX века» состоится 26 марта в 18:30 в конференц-зале Центра «Царский». Приглашаются все неравнодушные к отечественной истории, к делам милосердия и социального служения. Вход свободный.